они стоят, определенные люди. Люди, которые управляют нашей страной, все мы знаем, кто это. Те люди, которые положили свой карман, все то, что должно делиться на всех нас. Я прав? Да! Можно средний гражданин России позволить себе жилье, не влезая в долги? Нет! Жизнь может. У него земельные участки размером с наш город. Может и больше. Это нормальная ситуация? Нет! Хорошо, пойдем вместе. Может кто-нибудь из вас позволить себе без долгов автомобиль, который вам нравится? Ладно, а зарплата вам хватает хотя бы на этот месяц?